Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман, канал Freeze and Games. Мы продолжаем с вами играть в Sekiro. И я почитал комментарии, значит, смотри. Я, во-первых, сделаю звук музыки чуть-чуть вот так, буквально погромче, чтобы было прям хорошо. А вот громкость эффектов, наверное, чуть-чуть потише сделаю. Вот, следующее, что написали... А, я, кстати, опустил немного ниже камеру, потому что не видно ХП босса. Ну, об этом, кстати, никто не написал. Это просто я уже сам для себя. Второе, что оказывается, в поместье Хирата я кое-что упустил. Есть! Есть! Еще как есть! В этой игре скрытые двери, стены. Вот это вот все, оно тут, оказывается, есть. А я-то и не знал. Только я не понял, как туда заходить. Слышишь? Слышишь звуки? Отойти от стены? Подожди, а это с этой стороны? Может, это не с этой стороны? Ну, слушай, что-то непонятно. Где-то тут, короче, можно... А, подожди, стой. Возможно, я просто не у тех стен стою. Так, опять не там. Так. Подожди. Да, немножко не там. То есть, смотри, так, обратно возвращаемся к идолу. Комнате справа. Картину надо найти. Где-то на стене должна висеть картина. Вот эта картина. Ну это больше не картина, это какое-то панно. Погоди, я не вижу здесь никакой картины. Где тут картина висит? Нет здесь никаких картин. Где тут видишь где-то картину? Нету здесь никаких картин. Сорян. Да не, нету ничего такого. Может, меня на это? На Е? Может же быть такое? Здесь тоже никаких картин я не вижу. Маляха, пацаны! О, вот это, наверное. Ага, смотри, есть тут потайные комнаты. Шар богатства, это понятно. Легкий кошелек, это тоже очевидно. Так, вот это хорошо. Божественные конфетти, это понятно. Сундучелло. Слушай, а я здесь, по-моему, первый раз сундук нахожу, нет? Бусина, а чё так, нихера себе, вот это здравствуйте. Вообще, мне кажется, такие трофеи, как бусина, а чё так, их нельзя прятать в таких секретных комнатах. Тут нифига себе, их хрен найдешь. Так, допустим, подожди, я еще один комментарий найду. Честно говоря, я немного не понял. Там был еще один комментарий, что типа... где-то в замке Асина есть какой-то скрытый босс Гёбу. Какой-то Гёбу. Что за Гёбу? Я не понял, где это искать, но я же вроде как не был в замке Асина.
Дорога в замок, лестница, долина под мостом, привратная башня. Я же в сам-то замок же еще не попадал. Как я, по идее, мог найти там что-то секретное, если я в сам замок не попадал? Я же до него еще не дошел. Или я что-то не понял, или что-то пацанчик мне немного не то написал. Ну да ладно. Основная задача сейчас какая? Пойдем сражаться с тем здоровенным хмыренышем. Потому что здесь я зайти, насколько я помню, не могу. Следовательно, пойдем. Так, вот здесь здоровенный хрен. Здесь дверь вроде как закрыта. Давай убедимся в этом, потому что я уже, честно говоря, не особо помню. Так, за коня мы уже мстили, но давай еще раз отомстим. Вот эта дверь. Да, она закрыта, то есть, получается, сюда я попасть не могу, а больше здесь никаких проходов нет, я в замок не могу пока попасть. Либо я супер не знаю, где это. Ну, давай сражаться. Да, вот он, Гёбу. А в комментариях написали, что он секретный босс, так он же где, он же не секретный нифига. Может, после сражения с Гёбу, типа, попаду в этот... Тихо, спокойно. Я буду выжидать моменты, потому что он что-то какой-то уж сильно страшный, сильно большой, сильно мощный. Ага. Не повезло. Да почему я вверх пытаюсь прыгнуть? Мне кажется, что надо наоборот перекатываться, а не вверх прыгать. Ой, огонек. Да, надо перекатываться. Перекатился, не помогло. Не помогло, не помогло. Ой, не помогает это все. Ёб твою мать. А как мне от него уворачиваться? Может мне просто держаться от него на расстоянии каком-нибудь подальше? Он же не может за мной бегать вечно. А я почему не может? Так-то у него конь. Это я пешкодрапа. Ага. Некоторые удары сбивают его, а некоторые не сбивают. Тихо, спокойно, спокойно. Слышь, ты не психуй. Психуй, не психуй, все равно будет хуй. Спокойно. Ну я почти, я почти. Так, давай обратно меня к жизни верни. Я стою, конечно стою. А что мне не стоять? Что я должен? Пошел ты нахуй. Кстати, нифига я его покоцал нормально так. Он, по сути, несложный, просто надо от него уворачиваться и в определенные моменты попадать. Опа. Одну толику воскрешения мне дал. Вот я ее сейчас и использую. Собака, дикий тварь, где ты? Может мне стоит попробовать прокачать перк, который
позволит мне использовать в полете эти инструменты, протез мой. Смотри, как я его опи***лил нормально. Опа, 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 смотри, нихера он что творит. А у него конь-то походу покруче, чем плотва. Хотя я раньше считал, что плотва это самый лучший конь. Пошел ты нахер. Нет, 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 иди в жопу, иди в жопу. Осталось-то всего ничего. Нет, не надо, не надо, не надо, не смей. Фига себе, я босса с первого раза уделал. Я уделал босса с первого раза. Фига себе. Механический ствол. Механический ствол, который можно отдать резчику, чтобы улучшить инструмент в протезе. Похоже, он идеально вставляется внутрь протеза. Металлический сердечник наверняка сделает клык синогби еще смертоноснее. Так, если принести резчику механический ствол, можно улучшить инструменты в протезе. Быстро вернуться к резчику можно посредством... А, ну это понятно. Так я не планирую пока прям быстро-то вернуться. Хрена мне, кстати, опыта отвалили. Так, подожди, а мне в каком направлении идти? Туда или туда? А, это прижаться. Блин, мне бы сейчас не опи***ться после этого босса. Что очень легко сделать, кстати. Бляха, еще какой-то самурай там стоит, собака дикая. Может попробовать его по-тихому зарезать просто? А ты чё? Чик, ты кто это? Еще один барыга, что ли? Не желаете купить подношение? Подношение? Именно так. Я продаю предметы, которые подносят мертвым, чтобы они покоились с миром. Сдается мне, что на ваших руках уже немало крови. Давайте же, купите подношение. Купить предметы. А, ну да. Это, короче, барыга. Легкий кошелек. Так, кошелек с небольшим количеством зен, открыв его, вы забираете. А, так подожди, стой. Я кошелек могу купить? Ну, кошельки, слушай, так-то, по идее, выгодно, наверное, покупать, потому что они-то... Давай мы купим один кошелечек. Продать предметы. А что я тебе могу продать? Глиняный осколок. Да нафиг мне нужен? Как пёп, может бросить в ВГ, чтобы отвлечь его. Ну, это типа в глаза швырнуть, да? Ну, хорош. Я бы все равно потерял эти деньги. То есть, а какой смысл? Так я хотя бы сэкономлю. Правда, я не знаю, сколько там в маленьком кошеле прячется. То есть, я со 110 покупаю, а сколько в нем вообще в целом? Ты куда пошел? Ты присядь. Еще одна крыса. Вот только глаза. Глаза голодного волка. Еб твою мать, опять босс. Прежде чем я убью тебя, назови свое имя. Назови свое имя! Что, и имени нет? Все вы синоби одинаковы. Так и умираете без имен, и оплакать вас некому. И все же... Твоя левая рука. Там протез синоби. Он мне напомнил... О, вот это ты правильно сделал. Стало быть, на руки волк. Неплохо.
А это значит Секиро. Так я тебя и назову. Кто ты? Я Тенгу из Асина. Идем, Секиро. Охотишься со мной на крыс? Что? В Асина пробрались крысы. Рыщут там, как у себя дома. Здесь полно разных крыс. Их надо убить. Всех до единой. Похоже, ты неплохо умеешь убивать. Позволь мне развить в тебе этот талант. Ну что, Секиро, поохотишься со мной на крыс? Да? Хорошо. Отлично. Если ты со мной, Секиро, это тебе пригодится. Так, описание крысы. Описание крыс, прокравшихся в земли Асина. Когда с ними будет вот так. Крысы. Убийцы из храма Сэмпо. Низкорослые, носят бамбуковые шляпы. Их несколько. В последний раз их видели у ворот замка Асина. Что это? Крысиный лик и место обитания крысы. Убей крысу! Если убьешь, я дам тебе кое-что, что пригодится в битве. Хотел бы я сначала посмотреть на это кое-что, прежде чем идти убивать ни в чем не повинных скотинябр. Ну, бабуля. Так, это шорткат, окей. Да, ну все, открыл, молодец. Молодец. А здесь нигде нет картин, случайно? О, так ты жив. Это проклятый Гёбу, наконец-то мертв, я полагаю. А ведь это ничего не меняет. Будут новые войны, будут новые трупы, и дикая, укоренившаяся ненависть вновь будет править. Куда идет вся эта ненависть? Ты не спрашивал себя? Видимо, нет. Не спрашивал. Поэтому я и жалею тебя. И его жалела. А ты кто вообще? А теперь уходи уже. Этой войне нет конца, чтобы я там тебе не говорила. И твой долг всегда останется прежним. Такова наша жизнь. Нихуя тебе не должен, слышь, нихера себе. Ведь я вообще первый раз в глаза вижу, уже что-то должен. Какие все ушлые, что-то всем что-то надо, что-то должен. Ни хрена подобного. Легкий кошелек. А зачем я, интересно, вот сюда? Вот смотри, тут есть подъем небольшой, но здесь, по сути, делать-то нечего. А, может, можно наверх как-то зацепиться? Он не цепляется. Обычно прицел появляется, если можно где-то зацепиться. О, вот что-то типа такого. Так, допустим. И где? А где? Стоп. Ага. А здесь куда? Ну явно же не просто так запрыгивать. Или что, просто так запрыгивать? Леха, я сейчас прыгну, упаду, убьюсь нахрен. Непонятно, как тут залезть-то? А, так бы сразу карабкаться. Тихо.
Вот как сюда надо залазить. Етижа, пассатижа. Так бы сразу и сказали. Здравствуйте. Сундучок нарыл. Еще одна бусинка? Да, еще одна бусинка. Итого сколько у меня их? Где они? Где бусинки посмотреть? Три, бляха. Мне надо четыре вроде как, да? Так, теперь надо аккуратно спуститься. Допустим. Тихо. Я живой, я еще не умер. Не, ну все, огонь. Ладно, пойдем тогда крыс искать. Вроде как здесь мы закончили, потому что, по сути, тут и смотреть-то больше нечего. Стоп. А, это короткий маршрут. Не, мне туда не надо. Хотя, подожди. А где тут идол? Подожди, тут же где-то идол был. А где идол тут? Ой, дать. Ладно, встречу я еще этот идол. Я просто боюсь, что без хилок меня сейчас аннигилируют достаточно быстро. Хотя как раз мы и появимся возле идола. А местоположение крыс где-то возле врат замка Асина. То есть этот хрен, как я понимаю, он как раз таки и охранял вход в замок Асина. А вот и идол, кстати. То есть где-то здесь должны быть эти крысы. Так, отдохнуть, естественно. А что у меня насчет... А, усилить атаку, да. Отлично. Изучение навыков. Дает пассивный навык дыхания жизни свет, восстанавливающий запас жизни при успешном выполнении смертельного удара. Вот этот мне, кстати, говорили прокачать, но он пятеру стоит. Пятеру это как бы охереть не встать, еще и до туда надо прокачаться. А здесь у меня что? Лягу, ну тоже пятера. А это так и непонятно, да? Блин, ну в любом случае мне надо здесь, наверное, давай мы тогда вот это возьмем вихрь. Блокировать и отражать вражеские атаки в полете. Пули и другое метательное оружие. Ну, я думаю, что вот этот качнем. Тем более, что мне до следующего уровня осталось шиш да не шиша. Слушай, ну здесь никого нет. Не, ну здесь реально никого... А, так подожди. Ворота, ворота. Они же могут быть, эти крысы, как с одной стороны, так и с другой стороны. Они, наверное, с другой стороны ворот. Правильно? Ну-ка, тук-тук. Ты что сделал? А открыть не пробовал? Вот, эти крысы, наверное, где-то здесь должны быть. А вообще имеется в виду, наверное... Ага. Твою ж там мать. Собака стреляющаяся. Наверх можно как-то зацепиться? Нет. А вот этот островочек мне зачем?
Ага. Опять какие-то обходные окольные пути. О, кошель с баблом. Может, там, конечно, и не кошель? Так, а в смысле? Интересно, а как я должен туда тогда попадать? Тихо. Твою мать, там еще волки позорные. Волки, точнее. А ты отойдешь сегодня? Нет, тебя же здесь не было. Ты пришел вот только-только. Давай ты уйдешь куда-нибудь нахер, например. Опа. Так, тихо, ша. Вот так вот. Леденец Ако. Ако, Ако, Ако. Не, давай обратно мне вернемся. Конечно, окольными путями я прошелся классно, но я не особо увидел смысл от этих окольных путей. Я лучше здесь зачищу, как... А-а-а, вот почему окольные пути. Потому что тут хер зайдешь. Похоже, истинный правда сильно болен. Земля Асина долго не выстоит, хоть за нас и сражается Генитиро. А что с другим нашим заданием? Черная шляпа бьется, словно демон, у той стороны замка, что близ долины змея. Значит, туда мы и направимся. Но будьте осторожны, барсук черная шляпа без боя не сдастся. Что за барсук черная шляпа? Какие-то позывные у вас странные, пацаны. А, так подогоди, вот это, наверное, эти крысы есть. Ага. А что это? А, тут еще один. Крысятки, во крысятки, их тут трое. Это я куда? Спокойно. Тихо, я сейчас проиграю. Спокойно. Черный порох. А, ну это я знаю. Черт, ты посмотри какой, а? Ну все, я победил, да? Я же всех крыс перебил. А ну пойдем узнаю. Пойдем купим. Пойдем купим сейчас легкий кошелек. Для начала, потому что деньги теперь есть. И чтобы их не просрать, мы их тогда сразу же потратим. И заодно насчет крыс скажем. Все, дальше 550 копеек стоит мощный кошелек. Будем тогда на него копить. Здорово, бро.
О, сдается мне, ты наловил крыс. Да. Я знал, что у тебя талант убивать. Чудесно. Вот твоя награда. Слушай. Тайное учение стиля Асина. Подробное описание стиля Асина дает возможность изучать навыки из раздела «Стиль Асина». По сути, это биография Исина Асины. Молодой Исин отчаянно сражался, оттачивая технику в крови своих врагов. Он объединил свои учения под названием «Стиль Асина», чтобы утвердить власть своего клана. Так. Я научу тебя стилю Асина. Это наш стиль боя, но жестких правил там нет. Нужно просто побеждать в сражениях. Это, собственно, и есть главное правило стиля Асина. Я надеюсь, оно поможет тебе в охоте на крыс. И что главное, во всех твоих будущих боях. Ну, спасибо. А чё ещё? Насчёт стиля Асина. Это наш стиль боя, но жестких правил... А, ну понятно. Понятно. Подожди, а у торговца на что мне там денег не хватало? На большой кошелек не хватало и на что еще? Ой, семечко тыквы. Петарды. Петарды наземного происхождения. Их можно вставить в протез синобы. Петарды издают оглушительный звук пугающих зверей. Маленький Роберт и его отец продавали их, чтобы собрать деньги на путешествие. Пытаясь продлить жизнь Роберту, они прибавили ВП и используют секретное бессмертие. Пока непонятно, что за петарды. А, так это, наверное, улучшение. Понятно. То есть мне, короче, надо 1,5 косаря. 1,5 косика. Ну хорошо, допустим. 1,5 косаря раздобыть можно. Блин, я сейчас... А что там, кстати, по навыкам? Навыки, навыки, навыки. А, здесь я не могу посмотреть. А если я без отдыха тут просто присяду? Улучшение навыков. Вот стиль Асина. Дает навык Итимонси. Боевое искусство в виде мощного удара мечом сверху вниз, выполняющегося шагом вперед. Эффективно снижает вражескую концентрацию и восстанавливает вашу. Да. Блин, тут много всего интересного. Но мне надо здесь еще пятак. Здесь еще... А, кстати, я могу вот это прокачать. Это пока неизвестно. Но, кстати, навык пассивный, поэтому надо брать. Блин, я вот не знаю, отдохнуть, не отдохнуть. Не отдохну, помру. Отдохну, может быть, выживу. Но враги заново все появятся. Так, аккуратненько. Дрожжи. О, точно, а давай дрожжи ебну. Какой-никакой опрохил. Пойдем тогда поверху. Сейчас попробуем немного в стелс поиграть. В ниндзя шиноби, в крысу самурая. Подожди, это сейчас что было, я не понял. А чё все сдохли? Ага, дверь забаррикадирована, я ее при всем желании не открою. Глиняный осколок, спасибо. Так, там один стрелок стоит. Ой, там наверху вкусняшка есть. Как-то туда можно пробраться. Да тихо ты. Крыса самурай в деле. Ага. Так, а это вот сюда я? Да. За вкусняшкой это куда? Блин, за вкусняшкой это еще выше. А это тогда для чего сделано? Вообще так просто, что ли? Вообще не ясно. Какая-то локация ради локации, что ли? Или я чего-то не допетрил пока что?
Это кто-то стреляет, что ли? Так, дурачок с кувалдой. Но дурачок с кувалдой, если честно, меня не пугает, потому что его можно зарезать как свинью одним хорошим ударом. То есть просто сверху на него спрыгнул и все. Его, считай, нет. Вот туда вот мне как-то до вкусняшки надо добраться. А-а-а. Подожди. Сейчас не понял. Вот теперь понял. Так, леденец такой у меня уже был. Железо. Это... Опа! Это что такое? В смысле, а вы кто такие? Меня убили ящерицы какие-то. Меня убили ящерицы, гекконы какие-то злые, с ядом пришли, потравили и убили. Серьезно? Совсем что ли дурные? Ну я, конечно, худею. Так. Поехали к этому сгоняем. К нашему провидцу. Этому. Ну, этому. Трещику, блин. Так, ты мне что скажешь, мать? Я видел. Да? Я видел в том видении тебя и господина Куру. Видение? Да. Где сейчас господин Куру? Его держат неподалеку от главной башни замка Асина. Но ворота замка заперты. Понятно. Все? Хорошо, что вы пришли, господин Волк. Отдать семечко тыквы. А, у меня было семечко тыквы? Это дар. Он исходит от господина Кура. Говорят, что такова сила наследия дракона. Те, кто получает дар воскрешения после смерти, оживают. А, ну все, станет мне. Это я в курсе. Так, слышь, резчик, кудесник. А, я вижу, у тебя есть кое-что интересное. Механический ствол. Он может вставляться в самый центр протеза. Давай его сюда, я доработаю протез. Что изменится, если его туда вставить? С такой универсальной основой? Я смогу дополнить твое оружие боеприпасами. Боеприпасы? Боеприпасы — это то, с помощью чего ведется стрельба из ствола. Например, порох и куски металла. Если найдешь что-нибудь такое, обязательно приноси мне. Показать протез Синоби. Установить протез Синоби — новый инструмент. А, нету. Улучшить инструмент в протезе. Так, улучшение инструментов в протезе. Встроенные инструменты можно улучшать, расходуя материалы и деньги в меню улучшения инструментов в протезе. Для создания улучшенной версии инструмента нужна его базовая версия, а также все необходимое для этого улучшения предыдущих уровней. После улучшения инструмента вам будет доступна его прежняя версия. Так, ну смотри, секира сюрикен волчок. А, улучшенный сюрикен, которым можно усилить энергию вращения. Расходует эмблему духа. Уменьшает вражеский запас жизни и концентрация, также наносит большой урон прыгающим врагам. Если завести пружину еще сильнее и накопить еще больше энергии, сюрикен будет вращаться и после попадания в цель несколько раз наносит урон. Так, встроенный топор, усиленный пружинным механизмом. Расходует эмблему. Мощь встроенного топора в его тяжести. Тугая пружина позволяет наносить топором удары по дуге, несмотря на его вес. Огненный ствол. Блин, я не уверен на самом деле, что мне это все надо. И у меня, получается, нет еще одного инструмента. Прещик, не нужна мне твоя забота. А, ну понятно. То есть еще где-то должен быть один инструмент.
Так, а ты что хочешь сделать? Куда ты? Ой, да я пошутил, я случайно. Блин. В херат сейчас нас закинет. Ну, естественно. Так, не, переместиться окраины Асина, ворота замка Асина. Поехали. Так, мне теперь надо туда, я понял. Туда я знаю куда. Не увидел. Кстати, реально не спалил ведь. Воду рында. Херовый из него часовой, однако. Что, в шары, что ли, долбятся? Вообще меня не замечают? Так, вот на этой поляне я не был. Значит, моя основная задача — убить вот этого здоровенного с молотом. Ага. Опа, а еще один, да? Еще один, я понял тебя. Хуй тебе. Хер вам всем. Тихо, я стелс. А, кстати, здоровенный-то меня не заметил. То есть на него в целом я могу еще спрыгнуть без палева. Хотя как не заметил, он меня пытался атаковать. Да ёб... Кусок Мафусаила. Ай! Ударил меня по головушке, да как больно, слышь? Да ж ты что ж так? Да ты что, бьешь-то меня? Вижу атаки с задержкой. Хорош. Так, разделался с этой свинятиной. А еще посмотрим, кто тут есть. Как я понимаю, его большие вот эти атаки, они не парируются, да? А, что такое? Какой-то мост. Пригоршня пепла. Кстати, я еще ни разу ее не попробовал. Может, попробовать как-то ее куда-то воткнуть, подоткнуть? Мы правда собираемся вести это в бой? Что это? Я тебя понимаю, но разве у нас есть выбор? Такие нынче времена, нам сейчас не до того, что подумают другие. Да, но... Ты смотри, солдат, будешь дальше так рассуждать, тебя поставят к нему в сопровождение. А он, когда бесится, не отличает своих от чужих. Бляха, еще один какой-то здоровенный хренодер, которого надо уделать, да? А, я понял, что это за башенка. Так, смотри, мне надо, значит, одного вот таким образом. А второго вот таким образом. Хорошо. Но, судя по всему, мне сейчас придется еще одного великана бомбить. А вот и замок Асина. Бляха, что, наверх никак нельзя? Кто?
Е, тише, пассатижи, ты что такое? А можно было какое-то предупреждение хоть дать, что ли? Как эту скотину вообще долбит, ты что? Он же неадекватный. Твою мать. Ага. Да не, на него это вообще глупо тратить. Слышь, Быкота, пошел ты нахер. Ха-ха-ха, бляха, сдох. От него просто надо как-то текать туда-сюда, я не знаю. Может, есть какая-то схема, конечно, как его можно подвырубать потихоньку, но я пока не просек этой схемы. Вообще ни разу нет. Блин, опять заново к нему идти бычку. Так, ладно, давай сгоняем. Кто там орёт? А подожди, а почему больше эти великаны заново появились? Странно, кстати, почему они появились. Они в прошлый раз вроде как не должны были появляться. Фига ж. Нормально так. Да отстаньте, пацаны. Не до вас сейчас, вот вообще ни разу. Подожди, а где тут проход-то был? Стой. Что я затупил? Тут же где-то проход был. Вот он. Так. А тех двоих Быкота сейчас выстегнет. Не свой, не чужой, последний герой. Сюда иди.
Ага. Да подожди, да я встану-то хоть. Ты что, он с ума сошел? А можно ему... Блин. Прицел, чтобы не на голове было, а на жопе. Не подумай ничего такого, просто реально... По филейке ему удобнее долбить. По крайней мере, безопаснее. Камера, камера, камера. Ага. Как-то... Блин, походу вот когда у него голова в земле вот так вот цепляется... Нет, не сбивается атака его. Я тебя понял, дружище. Не, не вопрос. Ты отдыхаешь, я хилюсь, все нормально. Спасибо, спасибо, дружок. Как хорошо, троечку прописал. Ах ты, мразь! А, подожди, стой! Это я его с уворота выстегиваю, что ли? Ты что, меня уделал, что ли? Чара позорная. Ну, походу, с уворота как-то там... Как-то реально уворачиваешься. До конца не понял, если честно. Ну, ладно. Так, мне надо вон туда. Бляха, пацаны, не бейте только. Да ёпь твою. Пойдем опять к этой быкоте. А это как, что еще делать? Тихо, стелс. Я, если честно, думал, что я победю бычка со второго раза, но чутка не вышла. Мразь, бляху, нихера он больно пьет-то.
Ой-ой-ой, сейчас беситься будет. Проверил. Это я хотел новую технику проверить. Бить бычка у суворота. Да ёб твою. Бляха, я вот не знаю, сейчас дрожжи пробовать использовать, нет? Концентрацию-то я ему, кстати, нехило так набил. Но у него и хп не осталось. Так, тихо, стой. Давай еще одну дрожжульку схаваем. Да ёб твою мать. Свинья, блядь. Бусина, спасибо. Так, лекарство синоби. Ой, до второго уровня. Отлично. Кажется, он успокоился. Что, враг еще жив? Да ёб вашу мать, ну вы серьезно что ли? Только-только с быкотой разобрался, эти сволочи тут, оказывается, за дверями прятались. А, крысы, а? Ага, тут можно вниз спуститься. И туда пройти. И поговорить с этой херней. Но с этой херней я тогда потом поговорю. Давай здесь тогда сохранимся. Отдохнем. А, и бусинку прокачаем. Да. Во, хорош. Хорошо. Здесь тогда и закончим. Продолжим в следующий раз. Ты пока подписывайся на YouTube канал, на Telegram канал, на Boosty, пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И до новых игр.